2005 года конкурс вошел в Ассоциацию музыкальных конкурсов России. Творческими партнерами, освещающими события конкурса, являются российские издания «Музыкальное обозрение» и «Музыкальный Клондайк». Хорошие начинания необходимо поддерживать, лелеять и развивать. Но не иначе, как талант. А сколько их, вокальных талантов, раскрылось на конкурсе юных вокалистов за эти годы? Для скольких участников это стало отправной точкой в выборе их будущей профессии? И уверяем вас, этот список талантов растет год от года. А сам конкурс достойно продолжает традиции русской и мировой музыкальной культуры. Мы приглашаем на сцену начальника отдела Министерства культуры Республики Коми Медведеву Ольгу Анатольевну. Уважаемые участники гала-концерта, уважаемые зрители, сегодня в этом прекрасном зале мы приветствуем лауреатов конкурса и бывших, прошлых, нынешних, юных вокалистов на приз Сосновской. Россия всегда отличалась душевно щедрыми людьми и богато одаренными людьми. И Ольга Александровна, вы относитесь к ним. Пример того, действительно, путь, который вы прошли, конкурс, который достиг юбилея 20-летнего, и он уже перешел статус международный, межрегиональный и стал международным. Поэтому важно, что этот конкурс вовлекает участников, дает им новые возможности, которые они могут достигать, обретать новых друзей, находить себя в жизни. Поэтому хотелось бы им пожелать и вам пожелать успехов творческих. И вперед, вперед, и всего самого наилучшего. Дорогие друзья, вас приветствует заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, член Союза концертных деятелей Российской Федерации, профессор, заведующая кафедрой сольного пения факультета музыки Российского государственного педагогического университета имени Герцена, художественный руководитель международного конкурса вокалистов имени Бориса Штоколова. Более 30 лет работающая с детскими голосами. Смелкова Татьяна Дмитриевна, Россия, Санкт-Петербург. Добрый вечер, дорогие друзья. Я безмерно счастлива, что я нахожусь сегодня здесь, в такой замечательный день, в такой замечательный праздник. Просто я явилась свидетелем многих конкурсов и конкурсов детей, которые вдохновляют не только педагогов, которые уже делают успехи, но вдохновляют всех нас, взрослых, потому что то, что делают дети, это наше духовное богатство, это наше будущее, и мы все взрослые только должны им помогать. И я свидетель того, как эти наши звездочки растут. Я вам хочу сказать, что только что в Петербурге прошел конкурс имени Бориса Тимофеевича Штоколова, где было огромное количество заявок. И хочу сказать, что в этом конкурсе участвовали дети, которые побеждали в свое время в конкурсе Ольги Александровны. Я безмерно счастлива, потому что Ольга Александровна – это тот человек, который дает такой заряд, такую энергетику, такой свет, столько добра, тепла. И просто хочется сегодня пожелать и Владимиру Ивановичу, и Ольге Александровне здоровья, 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 потому что то, что они делают, это великое дело.
И наши дети, которые подрастут, это будут помнить, и они уже никогда не будут заниматься там какими-то непристойными вещами, а они духовно будут обогащены, потому что то, что исходит из сердец таких людей, как Ольга Александровна, это дорогого стоит. Спасибо вам большое. Мы тоже хотим вручить благодарственное письмо Татьяне Дмитриевне, потому что, помимо того, что она наш очень большой друг, она замечательный профессионал с большой буквы. И то, что она всегда откликается на наши приглашения и бросает все, ездит к нам сюда, в Сыктывкар, для нас очень много и дорого стоит. Спасибо огромное, Татьяна Дмитриевна, мы вас очень любим, ждем. И ваше профессионализм, ваше мастерство, ваше умение передать свой опыт, поделиться какими-то секретами. Я очень ценю это и благодарна вам, просто вот, я не знаю, не могу передать даже, насколько я благодарна, просто низкий поклон до самой земли. Спасибо. На сцене лауреат третьей премии международного вокального конкурса на приз Ольги Сосновской, лауреат малой Нобелевской премии, лауреат второй степени в конкурсе «Звонкие голоса. Город Киров». Лауреат третьей степени международного конкурса «Кубок Европы. Город Прага». Лауреат второй степени конкурса «Поющее детство». Лауреат первой степени конкурса академического пения «Город Ухта». Лауреат второй премии в вокальном конкурсе на приз Ольги Сосновской 2014 года «Петрозаводск». Болтунов Кирилл. Дискан, Троицко-Печорск, Римский-Корсаков, Милецин-Белецкий-Сосновский, Ковалевский, Серенада Дон Кихота, концертмейстер Тулаева Светлана. Thank you.
году конкурс из Инты переезжает в столицу Республики Коми, город Сыктывкар, и приобретает статус республиканского. Учредителями становятся Министерство культуры Республики Коми и некоммерческая организация Международный культурный фонд «Классика и современность». При поддержке Министерства образования Республики Коми его пропиской стала государственная общеобразовательная школа-интернат «Гимназия искусств» при главе Республики Коми имени Спиридонова. Дорогие друзья, на этой уже ставшей счастливой для многих участников конкурса сцене выпускница гимназии искусств при главе Республики Коми имени Юрия Алексеевича Спиридонова, лауреат третьей степени конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской в 2008 году, окончила колледж искусств Республики Коми. На сегодняшний день работает преподавателем детского хора. Ульнырова Ольга, сопрано, Сыктывкар. Даргамышский, я все еще его люблю. Ваня, на тихой дудочке, концертмейстер Григорьева Татьяна. Thank you.
сожалению, здоровье она заболела, астма не позволила ей стать профессиональной вокалисткой, но она пришла сюда в гимназию искусств и преподает здесь детям. Замечательно сказала. Спасибо вам.